Я нахожусь в Алтыслагере. Местность сейчас вам будет известна. Узнаете эту местность. Сейчас мы сделаем круговой обзор. Это подо мной находится подземный гараж. Не очень удачное время выбрал для видеосъемки, солнышко мешает. Но нам не привыкать, нам мешает всегда что-либо. Сегодня 6 октября 2010 года. Алтыслагерь. Кстати, в субботу в Алтыслагере будет отмечаться 140-летие со дня основания. Будет праздник. Конечно, я что-то запечатлю для участников групп. Будь то или видео, или фото. Уж не знаю, что будет. Я сейчас нечаянно узнал, что будет какие-то мероприятия проходить праздничные. С концертами, с чаепитиями, с спортивными мероприятиями. Еще не знаю, где конкретно. Узнаю. Ничто не изменится обязательно. Я там побуду. Водоемчик. На фото эти объекты существуют. На фото в альбомах группы. Но видео как-то не приходилось делать. Хотя многие объекты уже повторяются на видеороликах. А этого городка я не запечатлял. Вот и вот. Поганка, конечно. Дома все жилые. Они, конечно, отреставрированы. Живут люди. Что узнаете. Повторяю, подо мной подземный гараж. Я там не был. Как-то надо мне попасть туда, чтобы вам показать, что это такое. Да и саму посмотреть. Хотя для меня это интереса не представляет. Свою машину ставлю не в подземном гараже, стоит под дверьми, под окнами моей кухни. Вот потихонечку мы с вами сделали небольшой видеоролик. В этих домах, я знаю, со 100% уверенностью жили участники нашей группы. Даже знаю фамилии, но не уполномочен от их имени говорить, их фамилии или какие-либо другие, какую-либо другую информацию. Заканчиваем. Кстати, вот эти два дома влево, были еще 2 или 3 дома. От них осталась одна куча. Дальше артиллерийский полк. Был артиллерийский полк. Это бродячий кот и кошка. Подкармливают, никто их не огорчает. Почему бродячий? Потому как он бы не находился здесь без хозяина. Их не выпускают гулять кто дома без хозяева, без... Что-то я обещал выключить, а не выключаю. Вот это вот одна из достопримечательностей, которую вы помните впереди. Фруктовое дерево, груша, что ли. Подойдем. Там дети тут играют. Вместе с кошкой. Видите, на кошке вон ошейник. Да, дерево, конечно, в плачевном состоянии. Вот эта куча, которая осталась от двух домов.
через крышу этих домов видно вращающиеся лопасти электрогенераторов. Ну вот и на этом мы завершим наш видеоролик. Всем всего доброго. До свидания. Тем более у меня кончается.